Так, любимая жена Надежда, будет сейчас грудки, с грудками что-то делать, куриные грудки, что-то будет с ними делать. А я занимаюсь говядиной, тушу говядину с капустой. Капуста, грибы, морковка, лук, болгарочка, и это все в будущем сейчас буду ложить. Через часик второй. Вот это у нас сегодня 8 марта 2024 года. Малаховка Московской области. Говядина супер, вообще обалденная. Очень-очень вкусная. Очень вкусная говядинка. Это уже 1/4 по времени готовности. Курочка тоже такая приятная на вкус, не знаю, мне нравится. Ну и погода на улице у нас сегодня плюс 10, а плюс 5, да, 8 марта плюс 5 сегодня у нас было. Вот. И снега по пояс, еще снега еще нормальная. Всем приятного аппетита. Просто обалденная вкусная.